Ну что, здесь элементарно все просто, вообще никаких замудренных там чего-то, заморочек. Вообще все очень-очень просто. Просто не надо ее выбрасывать. И на мини-шкатулочку она пригодится. Сейчас приклеиваю дно. Предварительно я вырезала два круга для крышечки и для дна шкатулочки. Down.
Эти цветочки сделала сама, как они делаются, наверное, покажу в следующем видео. В принципе, легко и просто тоже. Может быть, даже каждый может их так сделать. Это простые наклейки с фикс прайс за 55 рублей бусинками. Вот сейчас мы как раз сюда их и приклеим на горячий клей. Как вы видите, фантазирую вместе с вами. В общем, что мне кажется, так или так, ну, в общем-то, смотрите, вам судите, можете на свой вкус там как-то по-разному что-то делать. Да и вообще можете даже не цветочки, а что-то другое придумать. Ну, такая вот шкатулочка у нас получилась вместе с вами. Вот, ну такая у нас забавная, милая шкатулочка для колечек, для браслетика, ну, для цепочки, неважно. Вот, пожалуйста, вам катушка от скотча пригодилась. Вот, так что такая вот милашка. Тут, конечно, клей еще надо поубирать, ниточки от клея. Сейчас все поубираю и уже поснимаю нормально. Шкатулочку также от скотча делала ранее. Дизайн, скажем так, немного другой. Смотрите, здесь вот так вот. Так что фантазия безгранична.